зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу, павильон 3 на 6 на бетонном основании с форточками, с фрамугами. Пока приехали, все выгрузили, начинаем. Теплицу мы установили, закрепили его к основанию с помощью анкеров. Сейчас идет монтаж отливов по низу. Заканчивается одна сторона. Пока на другой стороне делаются отливы, здесь начнем установку поликарбоната на стены. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу павильон 3 на 6. Цельная дверь с одной стороны, форточка торцевая с другой. Каркас теплицы сделан с профильной трубы. 40 на 40 стойки, 20 на 40 арки. Арки в виде ферм. Покрашено все полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Имеется у нас диагональный усилитель. Система подвески. 4 нитки. 2 коньковые фрамуги на приводах. И 2 стеновые форточки на газлифтах. Стоит на бетонном основании, закреплено с помощью анкеров. По низу пущен отлив трехгранный, фигурный. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная теплица павильон у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.